Турнир, посвященный памяти воронежского футболиста, игрока юношеской сборной Советского Союза Андрея Леконцева, ежегодно собирает лучшие детские футбольные команды. Железногорск в этом году представляла спортивная школа Олимпийского резерва. Участвовало 12 команд. Одна команда из Луганска, одна из Минска. 6 команд воронежских. Наша команда участвовала. 3 команды Белгорода и Старый Оскол. Вот такой состав. Юные железногорские спортсмены готовились к турниру задолго до поездки, оттачивали навыки, работали над сыгранностью, закаляли командный дух. Ребята уверены, что участие в соревнованиях такого высокого уровня для них настоящая школа спортивного мастерства. Лучше ездить на турниры, получать какой-то опыт и видеть, как другие соперники играют. Получать от них тоже какие-нибудь качества. Спортсмены отметили отличную организацию турнира. Его программа включала не только поединки на футбольном поле, но и экскурсии, развлекательные мероприятия. Занять лидирующие позиции в соревнованиях команде Железногорска не удалось. Тем не менее, ребята показали отличную физическую форму и волю к победе. Футболисты огорчились, что не привезли домой медали, но руки не опустили, наоборот, настроены тренироваться еще усерднее. В первый день игры мы еще к полю не привыкли, не почувствовали ритм игры, поэтому так все сложилось. Мы получаем много опыта, играем с разными командами. Были Белоруссия и воронежские команды, они тоже хорошие. Было интересно с ними играть, но иногда нам не везло. Возможность сыграть в соревнованиях такого уровня железногорским и оскольским футболистам предоставил «Металлоинвест», выделив средства на поездку и приобретение спортинвентаря. Юные спортсмены и их наставники благодарны компании за поддержку. На этих состязаниях они получили бесценный опыт и положительные эмоции. Кроме того, «Металлоинвест» выступил спонсором 18-го международного турнира памяти Андрея Леконцева, оказав финансовую помощь в его проведении.